Сегодня 24 декабря. Рождественский ужин впереди. Погода жаркая сегодня. Солнце просто жжет и парит. Разбивается волнорез. Ветра нет почти, но волны есть. Так зарождается волна. Людей много на пляже. Спинчики, которые пытаются оседлать волну, так скажем. Встретились старые друзья. Жена спит, а муж с любовницей. Вот такой океан сегодня, 24 декабря 2023 года. Многие спят вот так, таким образом. Прямо сидя. Другие в телефонах, в разных гаджетах. А это идет паренек с двумя собачками, выкупывает их. Тоже любит Тихий океан. Тихий океан сегодня спокойный, в канун Рождества. И весь район Вайкики, основная его часть, виден как на ладони. Мы его снимаем недалеко
От берега. Слышен вой сирен. Кому-то плохо. Это не обязательно полиция, это могут быть пожарные, это могут быть медики, потому что здесь в одном лице могут прийти на помощь пожарные, медики и полиция. Тихий океан сегодня подарил нам хорошую погоду. Это вышел ныряльщик из воды, теперь пытается выйти на берег. Нет, он передумал. Красивое, чудесное небо. И одинокий рыбак. А это с другой стороны вулкан Diamond Head. Бриллиантовая голова. Но я бы не сказал, что она бриллиантовая. Скорее похож на окурок. Это взлетают самолеты и берут курс на свои страны. Помощь идет. Бабушка на круге. Эти ребята обсуждают
какие-то проблемы. Бежал краб, идущая по волнам. Теперь идущая по камням. Гонолулу нет чаек. Обычно чайки, но чаек здесь нет. Ни одной. Только голуби пролетают. И пугливые крабы. Кто-то из детворы сделал Гавайи, вулканы на острове. Очень нежный, приветливый океан сегодня. Две японки под окном стали кушать вечерком.